Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поздравить вас с праздником, с тем, что наконец-то на Чувашской республике, на Чувашской земле, извините, я очень волнуюсь, впервые проводится фестиваль звонарей. Это давняя мечта и моя личная, и школы, и благодаря фонду «Время помогать» и Международному центру колокольного искусства эта мечта наконец-то осуществилась. И у нас у всех есть возможность увидеть и услышать звонарей со многих регионов нашей страны. Из дальних городов к нам сегодня приехали. Огромное спасибо нашим дорогим гостям, огромное спасибо зрителям. Конечно же, вам, что вы сегодня здесь собрались. Я очень надеюсь, что такие фестивали будут проводиться и дальше, и этот фестиваль станет ежегодным и постоянным, и количество наших гостей будет с каждым годом увеличиваться. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Спасибо, Господи, Илья. Илья является идейным вдохновителем этого фестиваля. Когда мы проводили пасхальный марафон, мы возили его с собой. Это были концерты с участием колокольного звона. Тогда это было впервые для нас, впервые для жителей Чувашии, Марийской Республики. И мы почувствовали, мы поняли, что отклик в сердцах людей, он очень душевный. И все это дело сильно нравится людям. И слава Богу, что мы привезли этот фестиваль в Чувашию. И пусть действительно будет так. Так, дальше. Не зря наш фестиваль является всероссийским. Приехали звонари из разных городов, из 10 городов нашей страны. И, конечно же, вместе с нами на этом фестивале прекрасная, удивительная, чудесная певица, которую знают не только в России, но и за рубежом. Ее песни слушают и смотрят ее видео в интернете много-много людей. Православные люди знают, очень любят ее и очень хотят попасть на ее концерты. Ее прекрасное имя Юлия. Юлия Славянская, город Сергиев, Посад. Встречаем теплыми аплодисментами.